Приветики, ребята! Вы на канале Влада Бестер. Сегодня мы играем в игру под названием PKXD. Ребятки, PKXD вышло обновление. У нас в игре появились Лоуси и Прас. Посмотрите, какая красивая парикмахерская. Привет, видишь это? Да, вижу. Шарики Лоуси и Прас уже ворвались во вселенную PKXD. Это очень круто. Твой образ и дом будут модными благодаря новым стилям и эксклюзивным предметам. Ищи подсказки Лоуси и Прас с помощью лупы Эю Спай. Интересненько. Желаем удивительных впечатлений. Хорошо, ребятки, давайте посмотрим на наши новиночки. Сюрприз мяч. Посмотрите. Вот такая вот одежда. Классно. Мебель вот такая вот. Очень классно. Очень красиво. Мне очень нравится. Очень модно. И костюм героя. Мне очень нравится. Посмотрите, я так понимаю, это броня светящая. Ну ладно, очень круто. Мне очень нравится. Ну ладно, ребятки, давайте мы возьмем сразу 6 коробочек. Вау, ребятки, посмотрите, какая анимация. Очень красиво, как и в реальной жизни. Мы открываем. Вау, шарик. Так, как его открывать? Так, вау, пакетик откроем. И что же там будет? И тут рюкзак вот такой вот шикарный, так. А что потом? Почему? Ничего. Очень красиво, ребятки, анимация, как в реальной жизни прям сделали, молодцы. И очки вот такие вот шикарные. И где теперь? Эй, почему? Так, ладно. Вау, и вот такая вот игра классная, настольная. Вот такой вот следующий мячик, очень красивый. Так, дергаем. Вот такой вот, очень классно, мне нравится. Так, крутим, вот. Давайте сначала здесь пакетик возьмем. И там у нас, юбочка, я жду прическу. Ну ладно, интересно, что здесь? И тут шорты с кофтой. И посередине у нас мебель, вот такой вот стол. Очень классно. Следующий мячик. Так, дергаем. Очень красиво, ребята. Мне нравится очень анимация. Так, забираем отсюда вам пакетик. И тут вот такие вот ботиночки, очень красивые. Так, и здесь у нас тоже ботиночки. Они вот такие вот черные. И посередине у нас мебель. И вот такой вот классный стульчик. Следующий мячик покатился. И здесь у нас... Дергаем за замочек и... Что же там будет? Как вы думаете? Хочу уже прическу. И здесь кофточка. Очень красивая. Так. И здесь у нас тоже кофточка, да? Да, у нас здесь вот такая вот классная кофточка. Красивая, с браслетиками. И здесь у нас... Вау, туалетный столик с зеркальцем. Красиво. Так, следующее. Дергаем за замочек. Так. Итак, вот здесь достаем пакетик. Вау, прическа наконец-то, значит. И и в следующем пакетике будет прическа для девочек. Да, вот такая вот классная, шикарная. И здесь у нас вот такой вот классный стульчик. Так, ладно. Давайте следующий. Дергаем. Очень красиво. Так. Открываем. Интересно, что тут будет. Вау! Вот здесь музыка по-любому должна играть. Очень классно. И здесь у нас тоже мебель. Да, вот такой вот классный диван. Очень красиво. И здесь вот такое вот кресло. И это все, что мне попалось. Очень красиво. Так, ладно, так. Я здесь все собрала. 10 из 10 и 8 из 8. Ну и давайте мы сейчас возьмем с вами... Костюм героя, погнали! Вот такой вот шлем, кофточка, перчатки, штанишки, обувь, наушники, прическа, кофточка крутая, лосины и кроссовочки. Посмотрите, давайте переоденемся, но для начала возьмем стикеры. В тренде используют спрей для мгновенного макияжа во время выхода шарика. Лол, сюрприз! Это очень круто! Волшебно! Открыть шарик Лол, сюрприз! Давайте переоденемся. Так,
О, давайте прочитаем. Лучше про СПКХД. Популярная во всем мире куклы теперь во вселенной ПКХД. Пора полюбоваться на них. Интересно, я очень рада, что у нас в игре появились куклы Лол. Уникальные впечатления. Шарик лучший прас. Это невероятно стильные образы. И не забывайте впечатления от распаковки. Поразительные образы. Спойлер, эксклюзивные образы, предметы LOL Surprise выглядят просто потрясающе. Ищи подсказки. Ищи подсказки LOL Surprise во вселенной PKXD и добавляй новые стикеры в альбом. Парикмахерская. Здесь творится волшебство. Теперь можно превратиться в LOL. Так, забираем 200 монеточек. Так, и теперь мы точно сможем с вами переодеться. Так, вау, такая вот красивая прическа. Классно. Так, вау, очень классно. Вот такая вот юбка, я себя чувствую настоящей куклой. Лол. Так, ну такое ощущение, что с этим костюмом, такое ощущение, должно точно идти головной убор. Но его тут нету. Так, перчаток тут тоже нет. О, подождите, я забыла. Так, я все за так. Ладно, вот такая вот обувь. Красиво. Очки. Красивые. Ой, вот такие вот белые очки. От солнца. И давайте мы возьмем с вами лицо вот такое вот. Оно, мне кажется, сюда больше подходит. И рюкзака. Здесь нету? Точно? Так, ну походу здесь нету. Вау, посмотрите, ребятки. Я просто себя не узнаю. Я чувствую себя настоящей куколкой. Лол. Ой. Вау! Очень классно! Ну и давайте переоденемся в следующий костюм. Давайте в вот этот. Так. Вот такой вот... Вау, тут еще и пластырь! Очень мило! Так, головного убора тут также нету. Так, наушники, они шли не с этим. Так, здесь перчаток не было. Ботинки вот такие вот черные, кстати, на высокой подошве, очень классные. И вот такой вот рюкзак. Ну, а посмотрите, какая я милашка, мне очень нравится этот костюм. Посмотрите, такой модный, очень классно, симпатичный, очень крутой. Так, ладно, давайте переоденемся в следующий костюм. Вот такие вот волосы, модно, кстати. Так, давайте для начала свисяй, ну, вот такого вот возьмем. Так. Вот такой вот шлем. Также наушники. Ребятки, вы видели, от костюма идет что-то очень круто, интересно. Так. Вау, это тройной прыжок. Ребятки, да. Вот это да. Я в шоке. Да что вы дожились, это что? У нас, ребятки, был двойной прыжок, а сейчас и тройной появился. Прикиньте, представляете, когда мы выпьем с вами коктейль, представляете, какая я буду прыгущая. И вот этот баг повторю, лайфхак, как попасть на башню. Очень круто. Ладно, также тут сундук 300 монет. Очень круто. Ого, да, посмотрите. Мне кажется, сейчас все в шоке. Я сама в шоке. Я себя чувствую космонавтом. Реально, этот костюм, вот такой вот шлем, как у космонавта. Очень круто. Очень стильнящий. Так. Ладно, ребятки, пойдемте с вами. У нас еще, я когда читала, у нас еще появилась лупа. Давайте мы пойдем к нашему роботу. Так, интересненько. Найди подсказки LOL Surprise Elus. Спрятанные по всему миру с помощью лупы A-Spy. Но чтобы ее получить, надо посмотреть рекламу. Сейчас мы это с вами сделаем, ребята. Так, ребятки, я получила лупу. Сейчас мы будем с вами искать подсказки. Так, красная, это далеко. Так, ждем желтенького. А лучше зелененького. Желтое, это значит близко. Так, а где? Я жду зеленый цвет. Это означает нашел. Ну ладно.
Мне кажется... О, я нашла! Мне кажется, я со своим костюмом очень быстро понахожу эти штучки. Посмотрите, все очень красиво. Low surprise. Ну ладно, побежали с вами. Дальше. Так, желтая. Это означает где-то близко зеленая. Так. Ой, красная. Нам не нужно нам красное. Нам нужно только желтое и зеленое. А лучше зеленое, да. Желтое нам тоже не нужно. Так, красное. Ну ладно. Что-то этот раз они очень хорошо их спрятали. Где же оно может быть? Ну ладно. Так, желтое. Можно сказать, оранжевое. Так, а где зеленое? Красное. Как раз не, то, что я не хотела, мне дали. Ну ладно, побежали. Так. Так, ну ладно. О, зеленое, все, побежали. Быстрее. Мы у цели. Так. Забираем. Вау, 2 из 10. Ну ладно. Так. О, я зелененькая, надеюсь, я успею. Пожалуйста, мне сейчас вот эта лупа кончится. Так. Так, я собрала и... Так, где еще? Нет, я туда уже точно, ребятки, не успею. Ну, ладно, давайте мы еще переоденемся. О, посмотрите, вот такой миленький. Так мило выглядит. Вот такая вот крутая кофточка. Вот такие вот штанишки. Очень лосины, очень крутые. Так, от него что ли тоже идет какой-то эффект? Очень интересно мне. Так. Так, ботинки вот такие вот. И рюкзака, как всегда, нету. Вау, ну жалко, что от него не идет никакого следа и нет никакой способности. Но зато он очень стильный. Очень круто. Да, ребятки. Так, ребятки, давайте мы с вами пойдем в парикмахерскую и посмотрим. Может, у нас там что-то появилось. У нас же парикмахерская как-то раскрасилась. Может, у нас или лица, или прически новые появились. Так, причесок новых я не вижу. Лица по-любому будут. Так, и личиков нету. Ну ладно. Так, ребят, у нас еще появился с этими костюмами очень классная мебель. Сейчас я вам, ребятки, ее покажу. Побежали в дом админа. Погнали. Так, ребятки, и давайте сейчас мы вместе с вами посмотрим на мебель. Посмотрите, интересно. Да! Включается! Ура! Музыка реально. Очень круто. Так, мы можем также переключить. Так, еще туалетный столик. Так. Мне очень эта штука понравилась. И мы тут можем реально играть. Очень классно, анимация. Так, и с другой также самой стороны. Вот такой вот диванчик. Можем, тут, я так понимаю, 4 человека может сесть, игрока, кресло. Все очень круто. Мне очень понравилось, ребятки. Так, ребятки, ну ладно, ребятки. Обнимашки, целовашки, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои клевые, крутые ролики. Обнимашки, целовашки, пока.